Появление в программе первой красавицы вселенной Оксаны Федоровой. Смотреть передачу вместе с детьми, говорят, стали не только мамы и бабушки, но папы и дедушки. Недавно Оксана сама стала мамой и сегодня впервые расскажет о радостях материнства. Мисс Вселенная и ведущая программы «Спокойной ночи, малыши». Молодая мама Оксана Федорова. Здравствуйте, Оксана. Добрый вечер всем. Выглядите фантастически. Спасибо большое, Миша. Спасибо. Оксана, ну рассказывайте о главном достижении. Подождите, сейчас про «Спокойной ночи» обязательно, но вот эту красоту мы увидели. Расскажите, как назвали, сколько ему сейчас? Миш, я сначала хочу начать с того, что это редкий случай, когда все, кто так или иначе причастен к передаче, собираются вместе. Поэтому это заслуживает отдельных аплодисментов. Я очень-очень этому рада. Ну, а теперь к моему малышу. Надо сказать, что когда я была в положении, я работала на передаче до 7 месяцев. Можно сказать, что мы снимали эту передачу вдвоем. Вдвоем с сыном вели. То есть голос Хрюшки, Степашки, Каркуши, он такой же родной, как и мама и папа, да? Теперь уже да, конечно. И я очень благодарна и Александру Викторовичу, продюсеру передачи, потому что за то, что он пригласил меня. И надо сказать, что в тяжелое для меня время после возвращения с конкурса, когда я не мыслила связывать свою жизнь с публичной деятельностью, конечно, для меня это был шок. Вроде бы, с одной стороны, «Мисс Вселенная», с другой капитан тогда еще. И вдруг детская передача, телевидение, у меня совершенно не было опыта. Мне кажется, все в тему. Но сначала было не так. «Мисс Вселенная». Я помню свой первый съемочный день, когда... Это даже не было проб, по-моему, уже сразу съемки. Были, но вот как-то очень мало времени прошло. Мы снимали, ну не знаю, больше 20 дублей. И я посмотрела первые передачи и сказала: так, надо что-то с этим делать. Мне было реально стыдно. И я не хотела больше приходить на съемки. Но, тем не менее, шаг за шагом я нашла свое лицо, я нашла свое место в этой программе. Я очень полюбила героев. Да, я в связи с этим хочу два слова добавить. Ведь посмотрите, какие талантливые эти актеры нашей программы. Они такую помощь оказывают любому ведущему, каждому новому ведущему. И Хрюша, и Степашка, и вся компания – огромную поддержку оказывают. Потому что даже и под столом сидя, актеры все понимают про то, как надо передачи снимать и как должен работать ведущий. А тут появились такие ножки. Но сначала замечание от Александра Григорьевича. Ножки были в брюках. И я помню всеобщее ликование, когда я первый раз пришла в юбке. Под аплодисменты съемочной группы. Наконец-то. Правда, в длинной, но тем не менее. Ты знаешь, произошло какая-то трансформация произошла во мне после того, как я мы поехали с Анной. А, да. Это к вопросу, да, о восторге съемочной группы. Эта фотография, кстати, сделана нашим художником Александром. И он меня спросил разрешение, можно я опубликую на своем сайте. Mm-hmm. Но если бы я знала, что это возымеет такой успех, наверное, я бы не согласилась. Как ваш малыш реагирует? На музыку, наверное, пока еще, да? Или на изображение он уже тоже узнает? Маму узнают, наверное. Ну, сейчас вот только недавно мы стали показывать. Конечно, у него немножко расхождение в создании. Он не может понять, я вроде рядом стою, и тут телевизор, он смотрит на меня в телевизоре и не может как-то... Совместить, да, как мама. Не может пока понять. Еще маленький, 9 месяцев, конечно.